Жесткая и опасная посадка в Индонезии. Транспортный самолет, полный горючего, не смог при снижении выпустить шасси. Второй круг был исключен. Пилотам не хватало необходимой высоты. Экстренное приземление принимал аэропорт города Вамена. При посадке лайнер получил серьезные повреждения и сместился за пределы взлетно-посадочной полосы. Чудовищных последствий удалось избежать. Находившиеся на борту три члена экипажа не пострадали.